Дякую. Фільм, который открывает миру самые колоритные уголки Украины. Главный герой – японец Хироши. По сценарию, он случайно заблудился в одном из городов. Пытаясь найти дорогу, Хироши начинает незабываемое путешествие по стране и знакомство с украинской культурой. На допремьерном показе побывала моя коллега Алена Крыско. 70-летний профессор из Японии Хироши Оно заблудился в Украине. Зная слово «дякую», он попадает в село Дяково на Закарпатье. А затем путешествует по самым интересным уголкам Украины. Приключения дают возможность познакомиться с историей и традициями страны. Прекрасный. Он абсолютно... Прекрасный персонаж, по-моему, получился. Он выглядит немного инфантильным, непредвиденным, наивным. Очень круто, что наш главный герой в 70 лет может позволить себе пропустить поезд и пойти пить кофе, и потом путешествовать по Украине. Режиссер фильма «Дякую, Дзен» говорит, в кинокартине хотели передать красоту украинской природы и широкую душу украинцев. Искренность, душевность и вот это добродушие, которое царит у нас в стране. Вот, не обращать внимания на то негативное, которое постоянно есть, а наоборот. Вот мне очень приятно слышать, что все выходят, всем и радостно, и у кого-то слезы от того, что так приятно было. И вот, наверное, это то самое, потому что это искренне. Что больше нового вы ожидаете в наступном выпуске? Так и называется «Любовь». Живой, динамичный. Живой, динамичный фильм. Украина показана очень красиво. Маршрут попадания Западной Украины в Одессу. Очень интересно, как получилось. Побольше бы таких, которые популяризируют Украину. Я получил очень сильные месседжи, что сколько бы ты ни терялся, сколько бы ни попадал в безвыходные ситуации, ты находишь людей, готовых тебе помочь. Идея принадлежит Министерству информационной политики Украины. Бюджет фильма составил 1,5 миллиона гривен или $55 000. Кинокартину полностью профинансировало украинское государство. Показать Украину с другой стороны. Не с той, что это одна из стран, которая находится в Европе, а с точки зрения, что это место, где можно найти приключения, где можно хорошо отдохнуть, где безопасно и интересно, где классно. В марте 2018-го фильм «Дякую» планируют показать на больших экранах. Алена Клюско, Александр Бугай, UATV.